Украина – это я. Патриотичная акция с таким названием охватила 20 городов нашей страны. Запорожье не стало исключением. На выходных сотни людей собрали средства для украинских бойцов, спели национальный гимн и зажгли гигантский трезубец из лампадок. Главным подарком для солдат, сражающихся в зоне АТО, стал реанимобиль. Он предназначен для вывоза раненых с передовой. Машина медпомощи, купленная запорожскими волонтерами в Германии, сразу же после акции отправилась в зону проведения антитеррористической операции. Больше обо всем расскажет София Пшипировская. Запорожцев в вышиванках и с национальными флагами в руках на площади Маяковского собрала патриотичная акция «Украина – это я». Любой желающий на благотворительной ярмарке мог приобрести сладости, самодельные сувениры и украшения за символическую цену. Все вырученные средства пойдут бойцам в зону АТО. Организаторы рассказывают, хотели обратить внимание земляков на события на востоке Украины, а также поддержать военных. К сожалению, в нашей стране идут военные действия. Привлечь внимание к тому, что есть такое понимание, как волонтерское движение, и что волонтеры, они очень сильно нуждаются в помощи наших граждан. Девиз нашего сегодняшнего мероприятия – «Помогая бойцу, помогаешь себе». Активное участие в акции приняли и юные запорожцы. Дети также собирали деньги для солдат, устроив благотворительный концерт. Пели украинские песни, виртуозно играли на гитаре, флейте и кобзе. Хочу, чтобы солдаты вернулись живыми. Хочу, чтобы закончилась война. Кульминацией патриотичной акции стал огромный национальный герб, выложенный из сотен свечей. Гигантский трезубец активисты зажгли с наступлением темноты в память о воинах, отдавших жизнь за Украину. Волонтеры отмечают, такие акции продлятся до завершения боевых действий.